сегодня согласовали с российскими железными дорогами о том, что они нам выдадут, завтра выдадут технические условия на организацию проезда под этим мостом автомобильного транспорта города. И нам с областного бюджета выделено 10 миллионов рублей для того, чтобы мы организовали транспортное сообщение между залинейной частью города и центром города. Поэтому, вот, я думаю, в пятницу мы получим уведомление на эти деньги и в понедельник заключим договор с компанией, которая будет заниматься строительством дороги на данном участке.